Рефлексология фокусируется на массаже и сдавливании определенных точек, обычно на стопах или руках. В рефлексологии используются карты, которые содержат рефлекторные зоны, соответствующие отдельным частям тела и органов. Естественная форма рефлексологии – ходьба босиком. Рефлексология может помочь при тревожности, головных болях, болях в спине, ушных заболеваниях и так далее. Массажистка как раз рисует рефлекторную карту стопы. Она начинает с маркировки вспомогательных поперечных линий. Линий плеч и талии, чтобы лучше ориентироваться на стопе. Затем она перерисовывает органы на правую стопу, где расположены печень и желчный пузырь. На внутренних сторонах стоп находится весь позвоночник, а в области третьих фаланг второго и третьего пальцев – рефлекторные участки глаз. Затем эти зарисованные органы лечат нажатиями или поглаживанием, в зависимости от того, жалуется ли клиент на острую или Рефлексология фокусируется на массаже и сдавливании определенных точек, обычно на стопах или руках. В рефлексологии используются карты, которые содержат рефлекторные зоны, соответствующие отдельным частям тела и органов. Массажистка как раз рисует рефлекторную карту стопы. Затем эти зарисованные органы лечат нажатиями или поглаживанием, в зависимости от того, жалуется ли клиент на острую или тупую боль.